По инициативе «Единой России» поставка газа для вечных огней станет бесплатной. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству и «Газпрому». Срок его исполнения – 1 мая текущего года. Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства озвучил эту инициативу. Глава государства ее поддержал.